Более 18 тысяч частных домов в Севастополе получат голубое топливо по программе догазификации. О масштабных планах на этот год рассказал глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Местным властям удалось подписать соглашение с компанией «Газпром» «Межрегионгаз». Для реализации программы выделено более 2 миллиардов рублей. У нас в программе 18 100 объектов. Сейчас начинается активная работа совместно с муниципальными округами. Мы обходим людей. Этот перечень у нас опубликован на портале у регионального оператора нашего. Это государственное унитарное предприятие «Севастопольгаз». Желающие принять участие в программе догазификации могут подать заявку на официальном сайте регионального оператора или обратиться в офис предприятия по адресу улица Индустриальная, 3. Нулевое теплосоединение, которое ранее оплачивалось гражданами, теперь это обязательство взяли на себя государство и «Газпром» «Межрегионгаз». Вот, соответственно, сейчас должна быть активная работа у нас с населением, потому что без заявок дегазификации в данных домах не будет. То есть для этого людям надо представить соответствующие документы, которые подтверждают введенный объект в эксплуатацию в виде квартирного индивидуального жилого дома и документы на земельный участок. В каждом муниципальном округе работают специальные штабы, где севастопольцы могут получить разъяснение по процедуре догазификации. Подать голубое топливо в частные дома, чьи владельцы отправят заявку, планируют до конца года, заявил глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов.